В Арсеньеве почти 160 человек приняли участие в зимнем триатлоне «Дерсу-Узала». Соревнования традиционно прошли на территории лыжного клуба «Синегорье». Губернатор Приморья пожелал участникам удачных стартов, хороших финишей и бодрости духа. Становится уже традицией проведения зимних триатлонов. И мы видим, что с каждым годом все больше и больше вовлекается ребят в этот удивительный вид спорта, где сочетаются возможности проехаться на лыжах, пробежаться, проехаться на велосипеде. Мы видим, что спорт с каждым годом все больше и больше приобретает значение для приморцев, желающих заниматься здоровым образом жизни. Поэтому мы со своей стороны тоже разворачиваем работы, связанные со строительством здесь здания, где будет и кафе, где будут и раздевалки, соответственно, все удобства для девушек, для мальчиков. Вот, в дальнейшем мы здесь разовьем еще базу, поставим дополнительные и туалеты, сделаем так, чтобы она была действительно центром притяжения. Ну и рядом внизу вы видите, что строится Белая гора. Надеюсь, что на следующий год она уже приобретет такие весомые очертания, где мы можем еще после этого покататься на горных лыжах. Участники соревновались в триатлоне, а также лыжных гонках. Олег Кожемяка преодолел самую сложную дистанцию в 16 километров и стал победителем своей возрастной категории. На финише он поделился своими впечатлениями. Я думаю, что всем понравилось. Очень много было детей, было много семейных пар. Кто-то бежал эстафеты. Мне кажется, что вот те около 200 человек сегодня принимали участие, лыжников и триатлонистов. Мне кажется, все получили огромное удовольствие, насладились таким прекрасным днем. Победителей и призеров зимнего триатлона «Дерсу-Узала» наградили медалями, кубками и сладкими подарками. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.